позвонить, что у вас случилось. Оператор системы 112 принимает входящий звонок о ДТП. Ежедневно сообщения о происшествиях со всего региона здесь обрабатывают 4 сотрудника в смену. Трудятся круглосуточно. Самая важная часть в приеме экстренного вызова – узнать точный адрес. Полученным вызовом, соответственно, информации, которую нам дал заявитель, то, что вот ему нужен, какой вид помощи ему нужен, мы передаем эту информацию в экстренные оперативные службы. Диспетчером, скорая, полиция, газовая служба, пожарная охрана, всевозможные, то есть такие вот виды помощи, справочная помощь тоже иногда требуется, то есть мы оказываем консультативную помощь. На всей территории области система 112 заработала в декабре 2018 года. С недавних пор она сменила место прописки. Теперь все сосредоточено в одном месте. С работой системы и его операторов знакомится глава региона Максим Егоров. Мы только начинаем здесь благоустраивать наш региональный информационно-технический центр, службы 112, чтобы все это было в одном месте. В здании правительства место не позволяло уже быть, и технически невозможно было определить то или иное оборудование. Сейчас все в одном месте, и серверные, и сама служба работает. Самое главное, что мы повышаем качество обработки тех данных, которые приходят на службу 112. Только в прошлом году операторы системы 112 обработали порядка 670 тысяч вызовов. Один оператор за смену может принять около 200 сообщений. Количество звонков зависит от сезона. Наступает пожароопасный период. Это возгорание сухой растительности. Вот сейчас вот практически вот апрель месяц – это у нас пиковая нагрузка, потому что звонки идут. И паводок еще фиксируем, звонки уже на снижение, и возгорание сухой растительности. Номер 112 в нашей стране предназначен для экстренных ситуаций. Он доступен бесплатно. Его можно набрать даже без денег на счету и сим-карты. Олеся Павлова, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.